Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. Давайте мы разместим вот такую вот уникальную золотую статую, кстати, да. Я чуть даже не ожидал, что она у нас будет. Что-то у меня с настройками поменялось, да? Раньше можно было как-то это дело приблизить. Странно. Так, ну, раньше колесико нажимал и как бы появлялась кнопочка типа управления двумя пальцами. Отчет, короче, сейчас этой фигни нет. Не могу приблизить статуэтку. Но прикольно, хоть золотые уже, а то как-то не по приколу было. Так, что у меня тут на аллее статуй? Где тут мои кракены? Вот такой вот кракен. Был вот такой кракен. Ну, тут да, я некоторые статуэтки, конечно, попропускал. Тут, наверное, штук 5 мне уже не хватает. Ну, в общем-то, титанобог, кстати, у меня что, одна всего лишь? Одна. И черепаха одна. Одна. Это у нас кто тут? Вулкан, Джаггернаут. Что-то у меня тоже по одной, как-то странно. Зато оленей 2 стоит. Ну ладно. Ладно, сегодня мы собрались как бы ради другого события. Вот ради вот этого. Паразеуралуф. Такой вот. Мод 2, ребятки, кстати. А чё у меня? А как, я чё-то вообще не помню, а как, что у нас с парозоролофом. Мод 1, скажем так. Ага, вот он у нас был супер редкий, да? Давайте мы полюбуемся. У меня полный фарш. Вот так выглядит обычный парозаврик. Вот так выглядит... Ух ты, чё у нас по словарю? Не понял. Словарь. Словарь — это вот та вот штука. Словарь. Так, ну так вот чуть повеселей. 30-й уже тоже. Вот 30-й мне нравится больше всех. Ну и 40-й здесь тоже прекрасно выглядит. На самом деле. Ну, конечно, на первом уровне что-то так блекло. Неприкольно. Неприкольно он выглядит. Так. И гибрид из него делается, ну, парозавр. Короче, бестолковое существо. Так, ну что, а мы тогда... Что у нас тут по эволюции? Паразеурелуфи свободно перемещается по островам Нубла-Ресорна. Обычно в компании других травян. Я думал, что это реальный факт будет, что они типа плавают. Вы знаете, что парозоролов может общаться средством выдоха в нос, в результате чего воздух попадает в гребень и издает глубокий звук. Да, даже там была какая-то теория, что он может чуть ли не парализовать, там отпугивать хищников, чуть ли их не парализовать, благодаря резонатору в этом роге. Название парозоролов переводится с греческого языка как «почти ящер с гребнем». Интересное название. И связано с наличием у него гребня, напоминающее прическу Элвиса. Ну да. Факт номер 4, то бишь 4. Когда были обнаружены каменелосы парозоролов, о его гребне высказывали самые невероятные предположения, что это оружие, дыхательная трубка или даже нос. Ну, полный бред, короче. Да. Так, ну а мы чё, мы идем в турнир. Итак, ребятки, как обычно, кто уже понял, кто не понял, на канале Linka Game выходит более короткая версия, где будут не все бои. Если вы хотите увидеть полностью эту, в общем-то, серию, то переходите на канал Jurassic World.ru, ссылка в описании этого видео. Так, ну погнали. Погнали. Так. Так-таки так. Допустим, травоядный. Амфибия. Травоядный, да? Давайте смотреть, что тут за уровень противников. 1000, 1800, 1200. Ну, примерно такой же уровень. Так, ну тут, наверное, стоит проатаковать его. А, прикольно, нам повезло, у нас у него два птерозавра, он сейчас на Индоминуса подменится, конечно, но это не суть. Так, о, Дональд Дак, если я не ошибаюсь, правильно? Нет, там что-то, или Дональд, или нет, не пойму. Нет, там какой-то вроде мужик старый.
прощай, хотя да, даже потратил лишний удар, но это не беда. Он глупость сделает, да, смотрите, он не подменится даже сейчас на Метриофадона, ну, в смысле, на Индоминуса, опять тут Метриофадон, ну, сейчас он подменится на Индоминуса и, наверное, меня скушает. На 4, а, нет, смотрите, проатаковал. Так, а мой парнишка сможет его пробить или нет? Ну, у него по нулям, короче, ну, 2 балла, и все. Ну, на самом деле, не так хорошо получилось, как бы я хотел. Сейчас его Индоминус сожрет моего парня за 2 удара. И у него, а, ну, 1 балл останется, в общем, быстрый бой. Итак, тогда получается, на канале Link Game будет 3 боя, а если хотите увидеть все 5 боев, то переходите по ссылочке в описании. Думаю, так мы сделаем. Ну, вот так, что-то более-менее нормально закончилась заставка, да, не сильно обрезана. Так, ну такой разрыв получается большой. Видите, 200 очков. Ух ты, были 2 подарочных, 2 пара зарлов рядом. Ну ладно. Не будем, скажем так, задерживаться. Ну, что у нас, допустим, все же любят хищников. Так, давайте пойдем. 1400, 1000. Зал Манадон, кстати, я его до сих пор не прокачал. И, в принципе, даже вообще не помню про него. Реально, а что это за бред такое? Чё нам такие слабые противники попались? Что-то пошло не так, но у него тоже зал Манадон 14 левела. Ну, в принципе, я хочу за Маладона посражаться. Можешь даже сожрать от моего Индоминуса, Таникала Греус. Ну, я буду так, потихонечку, не буду пытаться. Я все-таки дождусь, пока он его съест, если у него смелости хватит. У Таникала Греуса. Ну, на 3. Пробил, не пробил, даже не пробил. Ну, отлично. Даже в защиту могу поставить 1 балл. Блин, я уже неделю даже не заходил в Jurassic World Alive. Да я практически туда не захожу. Да. Jurassic World Alive не фартануло. Времени нет, ребята, вы там просите в Дарканоманию поиграть, там, в Monster Legends. Я, в принципе, вообще уже практически ни во что не играю. Вот так немножко про Live on Earth снимаю, потому что, как бы, у меня компьютер запущен, я целый день на работе, а, как бы, баллы, как говорится, капают. Вот только по этой причине, как бы, там, Live on Earth выходит, там, часто. Эх, ты ж гаденыш такой. Выжил, ничего, даже сожрет моего Залманадона. Ну, отлично. Так, я вот хотел даже гиганоцефала на самом деле пробить Залманадоном, но, пожалуй, не получится. Хотя 4, если бы у меня 4 стояло в защите, я бы выжил. Но он все-таки решил напоследок забрать хоть кого-то. Ну вот так, супер удар от Индоминуса, чистый.
Ну, по-моему, заставка уже нормальная стала, да? Перестали обрезать ее. Не прошло и 3 года, как они меня услышали. Ух ты, золотой. Блин, а кропаль не хватило, ребята. Так, ну. Ладно. Давайте птера взять. Хочу взять 2 птеров, и между ними хищник. Редко такое бывает. Тапескалозаврик пусть посражается. Тысяча, тысяча, тысяча. Ну, что-то слабовато на самом деле, да? Можно брать и более слабых противников. Акрокантозавр. Так, мы помощнее будем. Так, H2. Эх, гаденыш, поставил таки в защиту. Ну, я пробиваю, потому что у него там мастодонзавр, ему придется подменяться, либо много баллов потратить, потому как бы атакую. 4 не пробивает, ха-ха-ха. Реально не пробивает. Ну, решишься ты на 4 балла или нет? Нет, не решился, сменился. Ну, на самом деле, и сейчас он бы не пробил, если бы у него балл в защите стоял. Но у меня второй тоже птерозавр, как бы, потому амфибия мне вообще не страшна. Красивенький Барионикс. Кстати, да, мне игрушечка была на обзоре недавно, Барионикс. На канале Kinder & Company выходил обзор на Барионикса коричневого. Кто собирает? Из Battle Damage серии, кстати, мотеловской. Так, ну ладно, атакуем по полной. Вот так вот. Ох, кто-то там типа убежал. Ирритатор там стоял. И 10 баксов. Ну, тоже неплохо. Так, что же, в общем-то, тем, кто смотрит видео на канале Linka Game, всем пока, как говорится. А тот, кто на канал пришел, на канал Jurassic World.ru, мы продолжаем.